Казалось бы, только недавно один из самых модных мальчишеских бендов One Direction выпустил свой дебютный парфюм. Аромат в нежно-розовом флаконе называется Our Moment. И, по словам парней, пахнет словно летний денек. Однако на этом ребята не остановились и решили продолжить такое, ну, совсем не мужественное увлечение девичьими прибамбасами. За релизом аромата последовала презентация цветных лаков для ногтей, каждый из которых назван в честь одного из участников коллектива. Выпуск столь радужной коллекции связан с тем, что One Direction приняли участие в программе против хулиганства в школах. Согласно промо-ролику, все средства, полученные от продаж лаков, пойдут в дело. Интересно, правда, что планируется делать в рамках акции? Красить ногти задиром в небесно-голубой цвет? Что ж, будем следить за дальнейшей деятельностью музыкантов бьюти-индустрии. Надо полагать, очередь за помадами, тушью и другими обитателями косметичек.